Всем привет! У меня есть принтер Epson D50. Так вот, недавно я обнаружил, что если вы прочищаете принтер стандартными средствами, то есть в меню нажимаете «Прочистить принтер», «Прочистить головки», вот, то это расходует довольно много чернил. Сегодня я проведу эксперимент. Я 10 раз прочищу принтер и посмотрю, сколько же чернил, которые нужны для прочистки, выйдет из принтера. У меня есть вывод памперса, то есть все, что не нужно из принтера, выходит, чернила для прочистки, они все попадают в баночку. Мы получили в итоге, что за 10 прочисток принтера более 20 грамм ушло чернил. 20 грамм, то есть примерно 20 миллилитров, даже больше. И, что самое интересное, в обычном оригинальном картридже Epson по 7,5 миллилитров каждого цвета, то есть в сумме получается 42. 42 миллилитра. И если вы сделали 10 прочисток с оригинального картриджа, то половины картриджа у вас нет. Половина картриджа. То есть прочистка головки или прочистка принтера потребляет дофигища краски. Если у вас оригинальный картридж, я не знаю, это удавиться просто, там уже ценник такой. Поэтому печатайте на струйных принтерах чаще и не делайте гребаную прочистку.